Хотел, чтобы мы для начала с вами прочитали один стих, записан в Галатам, 1 глава, 5 стих. Галатам 1, 5. Ему, то есть Богу, слава во веки веков. Аминь. Тема моей проповеди – воздай славу Богу. Знаете, я посмотрел в словаре, что значение слава, что такое вообще слава. И там было написано так, что слава – это почетная известность, как свидетельство признания, заслуг, таланта, всеобщее уважение и восхищение. Знаете, как мы с вами видим, в этом мире очень много есть людей, которые хотят вот какую-то славу получить, и они ее получают. Могут разные, может быть, политики или, может быть, военные люди, которые совершили какой-то, может быть, доблестный поступок, храбрость проявили где-то на войне. Могут артисты, которые хотят славу получить и получают ее в этом мире. Может быть, актеры разные, ученые, которые сделают разные открытия. И вот после того, что они как-то сделают что-то такое, что, может быть, никто не сделал до них, они получают эту славу от людей, их превозносят, восхваляют. А может быть, из-за какого-то достижения или открытия, или смелости какой-то, может, они проявили где-то в бою в каком-то, генералы какие-то, или офицеры, или еще кто-нибудь. И они этим самым заслуживают славу, получают славу от людей. И иногда, может быть, даже мы с вами знаем, что о них и говорят, и пишут в учебниках, когда в школе дети читают про них, называют улицы ихними именами, может быть, даже города называют ихними именами, потому что вот так вот они получили вот такую славу. Их почитают, уважают, славят, восхваляют этих людей. И знаете, у нашей человеческой греховной натуры вот есть вот такая вот наклонность или такое вот желание, чтобы получить вот эту вот славу от людей. И это было с самого начала у Люцифера. У него тоже было такое же желание получить славу у дьявола. Ведь когда он был на небе, он был очень самым сильным ангелом был, самым умным, самым главным, самым таким славным был. У него было все, он был второе лицо после Бога. Но он не хотел на этом остановиться, он хотел получить славу от ангелов, чтобы они также ему воздали славу, как и Богу. Чтобы они ему тоже поклонились, как и Богу поклонялись. И мы знаем, чем это все закончилось. Поэтому с того момента, когда грех вошел в мир, и у людей у нас тоже есть с вами такое желание, чтобы получить какую-то славу. Чтобы нас как-то заметили, признали, может быть, похвалили, почтили за какие-то, может быть, наши достижения, умения, может быть, даже какие-то материальные приобретения, чтобы получить как-то похвалу и славу от людей. Вот это вот есть такое желание, наклонность в нашей греховной природе, человеческой. Давайте с вами посмотрим на один пример, который записан. Он описывает одного человека, царя, который тоже хотел получить славу от своего народа. То, что он был царь, то, что он достиг, он как бы на этом не хотел останавливаться, он хотел получить славу от людей, чтобы его признали, похвалили, поклонились ему. И давайте с вами откроем Деяния. Деяния 12:21. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, то есть к народу. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Мы с вами видим на этом примере даже, что люди... Этот царь Ирод, да, он достиг очень многого. Но он хотел получить эту славу от людей. Он не воздал славу Богу, что это Бог ему дал разум. Бог ему дал способность, что-то, какие-то достижения, что-то достичь чего-то, добиться чего-то, стать тем, кем он стал. И вместо того, чтобы воздать славу Богу, он возомнил о себе очень много. И он хотел получить эту славу от людей, чтобы его как-то возвалили, возвысили. Но мы с вами прочитали, что случилось с ним. Господь поразил его. И когда, знаете, бывает у нас, у людей с вами, у человека, он достигает в своей жизни, может быть, какого-то поста или успеха,
имеет какое-то влияние в обществе, может быть, достигает или какие-то приобретения у него появляются, может быть, даже кто-то гордится своей национальностью в той стране, где он родился. Раньше римляне, они очень гордились своим гражданством. То есть, если я римлянин, то все. Все остальные должны передо мной падать, и все. И есть и у нас, и у людей, искушение получить за разное, может быть, что-то, что у нас в жизни есть, или кто я есть, получить вот какое-то признание, похвалу и славу. И даже еще хуже бывает, когда люди, видя что-то, какое-то, может быть, чудо, которое Бог делает в их жизни, или что-то, что не зависит от них, что-то Господь делает, такое сверхъестественное, что человеку не под силу. И человек, даже часто видя такое, зная, что он бы никогда не смог этого сделать, или добиться, или что-то произойти в его жизни без Божьего вмешательства, даже при этом самом человек все равно хочет как-то получить славу себе, что это он такой умный, он такой сильный, он такой умелый, и он такой хороший. Это он все добился этого. Поэтому Господь, зная нас с вами, зная людей, нашу с вами греховную природу, натуру нашу, Он поэтому сегодня напоминает нам с вами и предупреждает. Предупреждает через один стих, который написан в Исаия 42, 8. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Господь напоминает нам с вами, что та слава, которая принадлежит Ему, Он хочет ее получить. Не чтобы мы ее с вами присваивали себе. И Он хочет, чтобы мы с вами воздавали Ему славу за то, кто мы есть и что у нас есть, чего мы добиваемся, достигаем, может быть, а не присваивая славу себе. А также Господь хочет, чтобы мы с вами воздавали Ему славу за то, когда мы видим Его какую-то руку, водительство, вмешательство в нашей жизни, какие-то чудеса в своей жизни, чтобы мы после этого не просто так шли дальше по жизни, не обращая на это внимания, чтобы мы останавливались, возвращались к Нему и воздавали Ему славу за это. Давайте с вами прочитаем один пример про одних людей. Про одних людей, которым нам говорит Слово Божие. Это были этих 10 человек, в которых были в серьезной проблеме, в серьезной болезни. И с человеческой стороны никто не смог бы им никогда помочь. Но Иисус помог им. Иисус сделал в их жизни чудо. Давайте посмотрим, как они отреагировали на это чудо, которое Иисус сделал в их жизни, которое человеку не было возможным. Луки 17, 11-18. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же другие 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Мы с вами видим на этом примере, что Богу не безразлично. Когда Он делает что-то в нашей жизни, мы получаем какой-то ответ на молитву. Когда Он делает какое-то чудо в нашей жизни, Он хочет, чтобы мы, как этот самарянин, чтобы мы вернулись к Нему, чтобы мы пали на колени, чтобы мы воздали Ему славу и сказали: «Господи, если бы не Ты, у меня бы это не произошло в жизни чудо. Если бы не Ты, я не был бы тем, кто я есть. Если бы не Ты, я не смог бы вот это и вот это». То есть Господь хочет получить славу, когда Он сделает что-то в нашей жизни, потому что она Ему принадлежит.
Знаете, я хочу рассказать один пример, который сам недавно услышал. Это рассказывал Михаил Дмитриевич, недавно я услышал. Хочу вам тоже поделиться с вами, потому что это по теме моей проповеди. Это было из практики его служения, было в Молдавии, когда у них была одна неверующая семья там в Молдавии жила, и потом у них была девочка, ей было 13 лет, и она с детства заикалась. И какое-то время отец обратился к Богу, он стал верующим и обратился к Богу, но мама не обратилась. И они вместе пришли, они до этого эту девочку водили к разным шептунам, к разным бабкам, вы знаете, о чем я говорю, чтобы как-то они помогли ей, чтобы она как-то, чтобы она, ну, выздоровела от этого, чтобы она не перестала заикаться. И ничего не помогало. Вот они решили, когда он покаялся, стал христианином, узнал, кто такой Бог, что у Бога есть сила, он может делать чудеса. И они пришли к братьям, чтобы они помолились над их дочерью. Этот отец... верующий уже, мать неверующая, и привели дочку. Братья помолились с возложением рук над этой девочкой, и Бог послал, сделал чудо. Бог исцелил ее, она перестала заикаться. Потом прошло некоторое время, и эта мама неверующая со своей дочкой поехали в другое место, где жила в другом месте, в деревню или куда-то, в другой город, бабушка ее. И они приехали к этой бабушке, и в первые минуты она сразу, бабушка обратила внимание на то, что дочка перестала заикаться. Она не заикается больше. Ей уже было 13 лет, она всю жизнь заикалась. И она обратила внимание на это и говорит маме, что смотри, внучка моя не заикается больше. Что случилось? Она на что ответила? Да, это случайность. И в тот же момент эта дочка опять стала заикаться. Потому что мама не воздала славу Богу. Знаете, воздать славу Богу — это не просто поблагодарить Бога. Господи, спасибо тебе за пищу. Воздать славу Богу — это признать Его царем. Признать то, кто Он есть. Это когда мы глубоко внутри осознаем и понимаем, что если бы не Он, я не был бы то, кем я есть, кто я есть. Если бы не Он, у меня не произошло бы чудо в жизни. Если бы не Он, не было этого, этого или этого. Поэтому Господь хочет, чтобы мы с вами всегда осознавали глубоко внутри, понимали, что если не Его сила, если бы не Его любовь, если бы не Его благодать, если бы не Его охрана, если бы не Он, то мы не были сейчас бы с вами вообще бы здесь. Мы не смогли бы с вами быть теми, кто есть, достичь того, что у нас есть, или иметь в жизни то или иное, если бы не Он. В Псалме 28, 1, 12. Псалом 28, 1, 2. Я извиняюсь. Псалом 28, 1, 2. Давид нас призывает. Смотрите, к чему Давид нас призывает. «Воздайте славу Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь». Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Давид нас призывает, чтобы мы с вами воздали славу Богу. Знаете, напрашивается вопрос, за что? Давайте с вами посмотрим на некоторые всего лишь моменты, которые я просто записал для себя. За что мы с вами можем воздать славу Богу? Я знаю, что их еще намного больше, этих моментов в жизни. Но, во-первых, что Господь нас с вами создал, сотворил. Если бы не Он, мы бы вообще с вами на этот белый свет бы даже не родились. Нас бы здесь даже не было на этом белом свете. Ведь сколько тех младенцев, которые даже не увидели этот белый свет. Мы с вами здесь, мы родились. Если бы не Господь, то мы с вами бы сегодня утром, ни один из нас с вами не проснулся. Господь дает нам дыхание жизни с вами. Сердце наше бьется, потому что Он дает дыхание жизни каждому человеку и даже грешникам, которые этого до конца не понимают, не осознают и не хотят. Поэтому, если бы не Бог, сегодня мы с вами не смогли бы ни один из нас быть живыми и дышать. Он дает нам дыхание жизни. И сейчас, за что еще мы можем с вами воздать славу Богу? За то, что Он нас с вами спас. Потому что в Библии написано, что мы все, абсолютно все, до единого, в этом зале сидящие, блуждали как овцы.
каждый, идя своей дорогой, понятное дело, что мы шли не той дорогой к Богу, а наоборот от Бога удалялись. Мы все были заблудшие. Мы все были, жили в царстве тьмы, врагами Богу были. Мы были все мертвые и погибшие духовно. Но посмотрите, что Господь сделал для каждого из нас. Колоссянам 1, 12, 14. Колоссянам 1, 12, 14. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас с вами всех от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы с вами имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Поэтому смотрите, что это Он для нас сделал с вами. Он нас с вами спас, вытянул из этого болота, из этого мира, из царства тьмы. Он вдохнул нас дыхание жизни. Мы стали новым творением. Мы стали теперь не врагами Его, а детьми Его, принадлежим Ему. Потому что если бы не Он, до сих пор каждый из нас блуждали в этом мире, были бы грешниками. Слава Ему за это. За что еще мы можем воздать славу Богу? Как-то пару недель назад брат Руслан проповедовал на эту тему. Иоанна 14:13. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Мы можем Ему воздать славу за отвеченные молитвы, за разные нужды, которые у нас были, разные чудеса, которые Господь в нашей жизни делал. Может быть, чудо исцеления, может быть, чудо освобождения, может быть, спасал от опасности. Мы реально должны были разбиться насмерть или упасть откуда-то, или дети наши, или кто-то еще. Господь реально подставил руку свою, послал ангела-хранителя, не допустил этого. Поэтому это очень важно, чтобы мы с вами наблюдали и видели в своей жизни вот эти вот моменты и не просто шли дальше по жизни, как будто ни в чем не бывало. Да, это случайность. Нет. Чтобы мы с вами останавливались, падали на колени, внутри глубоко осознавая, говорили: «Господи, если бы не Ты, этого не произошло бы в жизни. Если бы не Ты, Ты это сделал, Ты послал. Если бы не Ты, не сохранил меня, я бы давно уже был там, по ту сторону». Вы помните, когда один царедворец пришел у Иисуса и просил у Него, говорит: «Исцели моего сына, он болен». Он оставил сына дома, а сам пришел. Иисус говорит ему: «Иди, вера твоя спасла тебя, сын твой исцелен». И он пошел обратно домой. Путь был далеким, может быть, там пару дней, был не коротким. И по дороге, когда он шел домой, его встречают его слуги, говорят: «Сын твой выздоровел». И помните, что он спросил у него? В каком часу, когда? Он посчитал время, что в то время, когда Иисус сказал, что твой сын выздоровел, он неравнодушным к этому остался. И написано, что он после этого уверовал, он весь дом его. То есть он обратил на это внимание, он воздал славу Богу, он осознал, что если бы не Бог, его сын до сих пор бы болел, но Бог исцелил его. Поэтому, когда у нас с вами людей приходит такое искушение, что-то присваивать себе, какую-то славу за что-то сделанное, за что-то, может быть, в нашей жизни, то давайте с вами будем помнить вот эти два стиха, которые Господь говорит сегодня к нам в Иеремии. Иеремия 9:23-24. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Вот этим нам надо с вами хвалиться, что мы Его знаем. И потому что мы Его знаем, мы есть, мы являемся теми, кто мы есть. И у нас есть то, что есть, потому что мы Его знаем, нашего Господа. Поэтому будем помнить этот момент, что Ему принадлежит вся слава, честь и хвала. Аминь, братья и сестры. Помолимся, воздадим Ему славу.